Завтра будут лучшие солнечные периоды и похмарене, а ветер будет умеренный, северно напряму. Минимальные температуры будут от 2 по 5, а максимальные от 12 на югу по 14 на северу земли. На пяток будет сухо, лем на самом югу земли с часу на час будет слабый дождь, а на горах снег. У других частях еще ожидают лучшие солнечные интервалы. През викенд будет сухо, с лучшими солнечными периодами, а от недели куст теплейше.